Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру Tron Mining Spice. В этом видео я буду его проверять на вывод. У меня на балансе 10 монет Tron, а минимальный вывод 5 монет. Напоминаю, что это инвестиционный майнер, и все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Значит, тут нам дают 50% за 3 дня. Так, депозит я вчера делала. Прописываю я сумму 10. Что у меня там? 10.26. Значит, они берут 4% комиссию плюс одну монету высчитывают. Так, ну все. Возможно, нужно будет целую сумму вставить. Не знаю. Поставила 10.26, если что, потом по-другому поставим. Так. Переводим на русский. Что нам тут пишут? Так, сбор, вот эту вот комиссию у меня вычли. 9.70 должно прийти на баланс, на кошелек. Кошелек прописываем. Регистрация, авторизация по кошельку криптомонеты Tron. И в итоге мне пришло 8.84. Вот. Ага, вот. Ребятки, смотрите, 8.84. Вот они, вот эта сумма пришла. 8.84. С учетом комиссии. Вы можете посмотреть. 8.8496. 8.8496. Все шикарно. Майнер платит. Все замечательно. Баланс мой обнулился. Ну, в принципе, и все. Не забываем, что это интернет. И все, что связано с в интернете с инвестициями, это всегда риск. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.